Проект «Календарь» – новая инициатива сотрудников Брестского областного краеведческого музея. Его по достоинству смогут оценить те, кто посещал в прошлом творческом сезоне «Модные четверги». Цикл мероприятий 2018-го рассказывает об интересных праздниках. Первая встреча посвящена Дню Святого Валентина. Атмосфера выбранная не очень такая необычная. Она связана с историческим ценностью данного места, где мы находимся. Связана с экспозициями, которые нас окружают. Связана с неповторимым музейным акцентом, который появляется в романтике сегодня. Встречи. Какой месяц в году мы не возьмем, в нем обязательно будут какие-то праздники. Известные широкой публике, неизвестные, светские, религиозные, народные, государственные. Вот об этих праздниках мы будем рассказывать. Первую встречу организаторы решили провести в формате ток-шоу. Предварительно на официальной странице музея был объявлен набор желающих принять участие. В итоге перед публикой предстали трое девушек и трое юношей, мечтающих обрести личное счастье. Абсолютно не знаешь, когда, где встретишь какого человека. Вполне возможно, что либо это будет какой-то участник, либо меня кто-то увидит именно, может, через экран телевизора. Абсолютно не знаешь, когда встретишь свою судьбу. Любопытно, потому что сегодня день влюбленных. Может, и мне повезет, и я смогу найти свою вторую половинку здесь. Это такая нестандартная, наверное, форма шоу-игра, которая для нас, мы не привыкли к такой форме. Поэтому я думаю, что попробую, и телезрители, которые посмотрят, и зрители, которые придут, возможно, захотят потом поучаствовать тоже. Творческая шестерка активно включалась в конкурсы, выполняла задания, отвечала на каверзные вопросы. По итогу импровизированного ток-шоу на сцене образовалась пара-победитель. Для нее организаторы подготовили специальный приз. Хорошим завершением вечера стал показ короткометражной киноленты «Нити», созданной группой молодых талантливых брестчан.